30 березня для Дніпропетровська наступить час ікс. Саме тоді на сесії міськради депутати мають прийняти бюджет. Попередньо відомо основні пункти, на яких очільники Дніпропетровська зосередили увагу. Докладніше – моя колега. Цьогорічний бюджет Дніпропетровська складатиме 9 мільярдів гривень. Очільники міста наводять оптимістичну порівняльну статистику. Це на 40% більше, ніж у 2015-му. Основні кошти планують витратити на благоустрій міста. Особливо слідкуватимуть за станом доріг. Не обійдуть увагою і соціальну сферу. Ми заложили на образування 2 мільярди 100, на здравоохранение 1,024 мільярда. Скільки ми отримуємо субвенцій з центрального бюджету? На образування 700 мільйонів. То есть город доплачивает самостоятельно 65%. На здравоохранение 650 миллионов. Город доплачивает 35%. Это только кажется, что эти сектора у нас фінансуються центральним правительством. На рахунку міста лишився 1 мільярд невитрачених бюджетних коштів. Окремим пунктом пропишуть процедуру внесення цих грошей на депозит. У нас в городі, оказывается, даже ніхто не задумувався, що якщо є свободні остатки, то може вони не просто пусть лежать на счетах. Может, хотя бы на депозит их разместить? Сейчас минимальная ставка по депозитам 20%. Миллиард за 3 месяца. 50 миллионов. На дороге валяется, а мы тут спорим, где мы возьмем там деньги на парки или еще куда-то. Багато питань викликає пункт про так звані депутатські гроші. Їх обранці будуть використовувати на власний розсуд для благоустрою свого виборчого округу. Для таких цілей депутати потребують 2 мільйони. Пан Погребов наголошує, міськрада слідкуватиме, як і куди ці кошти витрачатимуться. Юлія Трофімова, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Ну і появу сьогоднішнього гостя в нашій студії анонсували ще минулого тижня, склалося трохи пізніше. Від цього запитань побільшало, буде намагатися встигнути хоча б з основними. Міський голова Борис Філатов сьогодні у нашій студії. Добрий вечір нашому гостю. Ми з вами виділись в цій студії накануні виборів, прям совсем накануні. Дуже много води утекло, дуже много змінилось за це время. Ну, вот основное выделю. Есть то, что планировал, есть то, что хотел, есть то, что советовали, есть то, что просили, и есть то, что есть. Вот что из этого вы можете выделить главного, что сделано Борисом Филатовым за 100 дней своего мэрства? Самое главное, что вне зависимости от политического кризиса, который происходил на глазах у всего города, удалось создать дееспособную коалицию, это раз, проголосовать за депутатские комиссии, подготовить инновационную новую структуру и подготовить новый бюджет развития, при этом бюджет этот является социально ориентированным. Я искренне надеюсь, что 30 числа депутаты поддержат принятие нового бюджета. Это такие вещи концептуальные, основополагающие. С другой стороны, я очень доволен тем, что я выполняю свои предвыборные обещания, связанные с новой кадровой политикой, предвыборные обещания, связанные с аудитом городского хозяйства, предвыборные обещания, связанные с борьбой с коррупцией, с наполнением бюджета. И кроме этого могу сказать так, что нам удалось в ситуации, когда городское хозяйство работает в условиях 1/12, ничего не остановить. В городе впервые, наверное, за 10 лет убрали снег, в городе стало значительно чище. Есть, конечно, недочеты, есть проблемы с уборкой тротуаров, но нужно заметить, что и ямы основные заделали, и подняли люки, и укрепляемые бордюрные камни, и зеленстрой пилит сухие деревья. То есть мы наводим в городе порядок, и я думаю, что люди не зашорены, люди, которые оценивают ситуацию объективно, они видят, что новая команда Бориса Филатова, она действительно работает 24 часа в сутки. После того, как бюджет будет проголосован, нам всем станет значительно легче, и мы целенаправленно пойдем вперед. Ну вот коротко, очень много уже об этом говорили, но тем не менее спрошу, вы довольны результатом договоренностей по составу, по кадровому составу? Секретарь, замы ваши, ваша команда, или вы будете работать с тем, что сложилось, или все-таки выбор был за вами? Скажу так, что определенного рода политические силы, политические лидеры, которые принимали участие в предвыборной гонке в качестве моих основных конкурентов, они, к сожалению, не смогли
принять то, что в городе уже выбран мэр, есть городской голова, и я шел на выборы под лозунгом «Сильному городу сильный мэр». И они пытались фактически меня каким-то образом ограничить, отнять у меня полномочия. И давайте называть вещи своими именами, не смирились своим поражением. Хотя достойно было бы принять это как данное, пожать друг другу руки и продолжать. Я не хочу работать с людьми, которые действуют в логике, чем хуже, тем лучше. И даже вот меня как бы пытались обвинять в том, что на предыдущей сессии я много шутил, но скажу вам так, это, знаете, оговорка была непростая, когда я сказал оппозиционный блок Днепропетровский, оппозиционный блок Кривой Рог. Да. То есть люди, которые для этого города чужие, они пытаются все запутать, юридические процедуры, какие-то проволочки, постоянные обвинения, инсинуации, торги и все прочее. А люди, которые чувствуют в этом городе себя своими и которые готовы работать, вне зависимости от политических предпочтений или партийной окраски, я им всем протягиваю руку. Поэтому я готов работать с любым составом депутатского корпуса, и я обращаюсь, наверное, в 150-й раз и в прямом эфире о том, что, уважаемые господа, присоединяйтесь, пожалуйста, мы ждем в коалиции фракцию БПП, и мы, не скрывая, ведем с ними очень сложные, но, тем не менее, достаточно продуктивные переговоры. Есть депутаты, в том числе, которые не вошли в промэрское большинство, но которые готовы голосовать за бюджет, потому что это нормальные люди, они понимают, что без бюджета город жить не может, и бюджет подлежит корректировке. И точно так же немного забрасывали о том, что мы проголосовали якобы неправильный регламент, но регламент – это живой документ. На весь срок нашей каденции мы можем его менять, дотачивать, добавлять, изменять. Поэтому, знаете, пора уже прекращать папуасские танцы возле костра, а пора начинать работать на благо территориальной громады. Поэтому я доволен. У нас молодой, амбициозный секретарь. Он продекларировал, что он будет аполитичен, что он будет работать со всеми депутатскими фракциями и со всеми депутатами вне зависимости от их политических ориентиров. И это хорошо, то есть, знаете, в городе пора уже заканчивать противостояние, особенно противостояние, которое поставлено во главу угла амбиции политических лидеров. Тем более, которые взяли чемоданы и уехали в Кривой Рог на выборы к своему папе. Надеемся, это будет, все этого ждали. Во всяком случае, продекларировать это еще не значит сделать, но пока смотрим. Да. Бюджет – очень важная тема. Только что смотрели с вами вместе материал. Очень много оценок, опять-таки, они разные. Понятно, почему они разные в Днепропетровске. Да, они должны быть, в принципе, такими. Но самое главное – это то, что бюджет какой-то сумасшедший в этом году, в этот раз, да, очень большой. Вот такие оценки. Откуда такая цифра? 40% больше, чем предыдущий. Это за счет чего 9 миллиардов вот найдены, за счет чего? Это работает вот этот процесс децентрализации. Откуда эти суммы? Есть три составляющих. Первая составляющая, естественно, работает процесс децентрализации, в том числе будет увеличена денежная масса за счет субвенций. Второе, это мы повышаем доходную часть бюджета. И опять же, много критики по поводу нашей борьбы с незаконными малыми архитектурными формами. Но я вам скажу так, уже сейчас мы подняли наполняемость в бюджет несколько раз. И сейчас мы уже ежемесячно будем получать до 4 миллионов гривен с киосков, которые мы заставляем заключать договора и платить в бюджет. Такая же ситуация, связанная с наведением порядка в области земельных отношений, такая же ситуация, связанная с тем, что мы обратим внимание на парковки, в том числе незаконные. То есть, знаете, я никогда не киваю на попередников, но скажу так, что очень большое количество средств, в том числе, использовалось не просто разворовывалось, оно просто использовалось неэффективно. И третья составляющая, уже сейчас у нас есть миллиард, который мы просто-напросто не позволили потратить после того, как я стал мэром. Знаете, сколько приходило желающих освоить эти деньги? Закрывать какие-то формы, акты. Ко мне стояли ходоки в очередь, но, называя вещи так простыми именами, мы просто всем перекрыли кран. А потом, когда мы начали заглядывать в цифры, где-то цифры составляли откат 30%, где-то 40%, цены были завышены и прочее. Поэтому сейчас мы этот миллиард потратим с эффективностью и с определенными целями. А вот ваш заместитель Дмитрий Погребов предлагал эти непотраченные деньги положить на депозит и таким образом еще увеличить эту сумму. Уже определились с банком или это будет воплощено?
Это как вам сказать, это как предложение. То есть, естественно, для того, чтобы такие цифры положить в банк, это же, понимаете, это муниципальная казна. Большие деньги, это большие деньги, и за них нужно нести ответственность, поэтому как минимум нужно между банками провести тендер. Но я в чем с ним согласен, то есть деньги лежат мертвым грузом, деньги должны работать. Они просто-напросто лежат мертвым грузом в ожидании их освоения. Есть процедуры законодательного характера, но подобного рода схемы размещения денег в других территориальных громадах, они имеют место быть, поэтому почему бы и нет. Подумайте. Это будет дополнительный приварок, так сказать, к городскому бюджету. Ну и вот очень такой важный вопрос, интересный, на мой взгляд. Кто определял приоритеты для составления и внесения в бюджет? Сферы, я имею в виду. Я понимаю, что советовать можно разные, вы тоже вправе сказать, что вы тут все умные, да, попробуйте быть изнутри. Но есть сферы, которые кричат, а есть сферы, которые, ну, возможно, пока еще терпят. Да? Тем не менее, вот принято то, что принято, решение пока, имею в виду. Вот по какому приоритету? Давайте я поясню. То есть концептуально, естественно, готовила бюджет моя команда, мой первый зам, соответствующие профильные специалисты. Ну, естественно, мы его предоставили депутатскому корпусу на ознакомление. И, знаете, депутаты такие люди, которые всегда все критикуют, всегда пытаются что-то добавить, где-то отнять. И, наверное, это правильно, потому что одна голова хорошо, а две или 64 лучше. Я, как бывший депутат Верховной Рады, я прекрасно понимаю, что такое бюджетный процесс. В бюджетном процессе к этому пирогу все пытаются каким-то образом пристроить. Я не говорю, что это плохо. Кто-то хочет получить на округ, кто-то хочет какую-то программу осметить, еще что-то. То есть у всех хотелки, все приходят, что-то просят. Много же ходили к вам. Конечно, ходили много, но смотрите, наша основная задача была в бюджете сделать его бюджетом развития, при этом социально ориентированным, но при этом не распылять деньги. То есть раньше делалось как? То есть брался бюджет, некая денежная масса, и она размазывалась тонким слоем, как манная каша по тарелке. То есть в результате затыкались дыры, но кардинально ничего не решалось. Вот простой пример. Сейчас нас пытаются подвергать критике о том, что мы не собираемся реформировать сферу транспорта. Но ситуация, ситуация заключается в чем? Что нужно выбирать приоритеты и консолидированные суммы направлять на определенные направления. Например, мы выделяем муниципальную надбавку учителям, врачам и работникам бюджетной сферы. Потом, например, мы хотим реконструировать парки. Почему парки? Потому что это место социальных коммуникаций между людьми. И знаете, люди сейчас очень сильно устали от войны, от экономической безнадеги. И мы хотим им просто дать праздник, чтобы они могли ходить, отдыхать с детьми, гулять. Состояние парка на жилмассиве Приднепровска или парка Богдана Хмельницкого, оно просто ужасное. Мы хотим направить колоссальную сумму денег на ремонт дорог, потому что вопросы с дорогами, они постоянно находятся на повестке дня. И только если мы консолидируем эти суммы, мы можем решить вопросы кардинально, а не пытаться где-то заткнуть какие-то дыры. Если мы говорим о транспорте, да, с транспортом есть проблемы, но... Естественно, мы хотим в том числе пустить многострадальный 13-й троллейбус, но скажу вам так, что к вопросам транспортной инфраструктуры нужно подходить с точки зрения глобальной. То есть должна быть вообще в городе проработана вся схема пассажиропотока. Для этого нужно понимать, где развороты, где повороты, где односторонние, где двухсторонние движения. Каким образом мы будем регулировать вообще движение транспорта. Это должен быть соответствующий проект. И, к сожалению, в основном эти проекты в действительности делают крупные западные компании. Поэтому, естественно, мы сейчас будем наводить в транспортной сфере порядок, мы будем разбираться с капитальным ремонтом электротранспорта, разбираться с левыми маршрутами, мы будем пускать маршрутки на отдаленные окраины. Но, тем не менее, это не кардинальное решение вопроса. Кардинальное решение вопроса может быть только в том случае, если у нас будет соответствующий проект, утвержденный международной профильной организацией. То есть, я правильно вас понимаю, мы ждем инвестора, ну, вы ищете, возможно, его, да? То есть, вот пока не будут найдены деньги для такой кардинальной реконструкции. Мы не даже ищем инвестора, мы готовимся к тому, сейчас у нас год будет переходной в области транспорта, мы готовимся к тому, чтобы сделать это правильно, по нормальным мировым стандартам. Вот простой пример, самый элементарный. В метро невозможно пройти точку безубыточности при наличии нынешнего пассажиропотока.
То есть в случае, если там будет пассажиропоток составлять 25 тысяч человек, только тогда можно пройти точку безубыточности, не повышая цену на проезд. Почему там, соответственно, невозможно пройти точку безубыточности? Потому что сверху по маршруту, по которому идет метро, ездят серые перевозчики. Да. Естественно, мы не можем лишить людей альтернативы, там, сказать им, вы все ездите на метро, а не ездите на маршрутках, но тем не менее, эту логистику надо выстраивать по всему городу. Угу. Я выдам небольшой секрет, мы думаем в том числе, может быть, и развивать инвестиционный проект, связанный с подвесными дорогами. Я не имею в виду дорогу, которая идет на Монастырский остров, бывший Комсомольский. А город стоит на холмах, и вполне может быть, что... Может быть, с Победы на Тополь можно будет добраться по канатной дороге. Ну, развейте вот эти мифы. Метро будет в Днепропетровске? Что или не решили? Скажите, что не решили, потому что опять строим, не строим, останавливаем. Метро, смотрите, очень метро много будет, информации. Будет метро однозначно. И знаете как, я как человек, который привык на себя принимать рискованные решения, в том числе, может быть, даже политически репутационно рискованные, как мне многие закидывали сотрудничество с оппозиционным блоком, в том числе я принял по метро не совсем правильное, вернее, не совсем хорошее для репутации решение, когда устами Дмитрия Вадимовича было озвучено, что мы метро строить не хотим. Знаете, для чего это было сделано? Мы это сделали намеренно. У нас были большие сомнения по поводу того, что генеральный подрядчик компании «Лимак» турецкая сможет в рамках денег, которые она получила от Международного банковского консорциума, достроить метро. Поэтому мы, знаете, как бы заняли такую позицию, ну, нам на самом деле, может быть, это не очень интересно. В результате компания «Лимак» принесла гарантию первоклассного европейского банка дополнительно на сумму 29 миллионов евро. Теперь мы спокойны, в случае, если им не будет хватать денег, у нас лежит в запасе гарантия, и теперь этой гарантией мы ее можем как бы обкэшить в банке и получить на достройку метро еще 30 миллионов евро, то есть у нас уже есть подушка и запас. Но для этого пришлось сделать, может быть, пару таких не совсем звучащих заявлений. Ну, послушайте, те граждане, которые на этом спекулировали, я имею в виду депутатов, там, наших политических оппонентов, они просто не понимают сложности процессов. То есть они просто выступают. Ну, выступают, пусть выступают. Так, еще одна очень важная сфера ЖКХ. Она, по-моему, не так обделена деньгами в бюджете, как транспортная сфера. Но она, на мой взгляд, она настолько бездонная, да, вот лифты, ЖКХ. Почему бездонная, я поясню. Невозможно проконтролировать, да, необходимость использования каких-то средств, приоритеты, опять-таки. Вот как здесь? Деньги-то, возможно, выделят, а как их потратят? Откуда мы об этом узнаем? И скажу вам так, я бы разделял ситуацию ЖКХ на жилищную и коммунальную сферу. Если мы говорим о жилищной сфере, то мы собираемся выделять порядка 600 миллионов гривен на текущие капитальные ремонты. Угу. Почему такая колоссальная сумма? Потому что изменилось действующее законодательство, и в ближайшее время, в любом случае, всем жителям нашим придется определяться с какой-то организационно-правовой формой объединения жильцов. УСМД, или им просто в принудительном порядке потом будет назначена управляющая компания. То есть рано или поздно, это не мы придумали, это голосовала Верховная Рада. Это же то же самое, что и ЖЭКи в общем-то. Но, да? Нет, это не то же самое, это должно быть объединение ответственных граждан. Но мы считаем, что чем больше мы жителям города поможем с капитальными ремонтами, тем легче они психологически примут решение создавать объединение жильцов. И это как бы политическая воля, которая есть в стране. С другой стороны, мы со своей стороны, как местная власть, мы будем оказывать максимальный режим содействия для того, чтобы люди объединялись и принимали на баланс свое жилье. Почему? Потому что раньше, вот я говорил очень много с руководителями УСМД, документы получить невозможно, на баланс принять невозможно, пятно застройки невозможно оформить. Сейчас мы будем заниматься, у нас будет просто-напросто зеленая улица для подобного рода инициативных объединений граждан. Землеотводов у многих нет, насколько я знаю. Все будем делать. А развейте миф, уж так получается, что прошу вас уже не в первый раз развить, ну приходите чаще, тогда мифов не будет. Работы просто. Но есть такое мнение, что ОСМД или вот эти управляющие компании, они
они существуют для того, будут существовать для того, чтобы просто вот спихнуть на плечи жильцов все проблемы с многоэтажками, я имею в виду. Не так легко ОСМД организовать в больших многоэтажных домах, там существует очень большое количество должников, и вот как с этим быть, просто не могут решить люди. Говорят, что никто не хочет инвестировать в эту сферу, в сферу ЖКХ у нас, потому что несовершенно украинское законодательство, потому что невыгодно это делать, да, очень короткие сроки там прописаны. А вот насколько это не фикция, вот эти ОСМД, и насколько, вы говорите, будем поддерживать, да, деньгами поддерживать, где эти школы, которые были вот во время выборной кампании для обучения там руководителей, персонала, они существуют сегодня? Школы управдомов существуют, и я вам скажу, что они существуют в том числе под эгидой разных политических сил, разных депутатов, от разных фракций. Например, у нас есть депутат городского совета Анжела Пилипенко от оппозиционного блока Днепропетровска, она большой специалист в этой сфере. Есть другие специалисты от УКРОПа, Павел Хобот, от БПП «Солидарность», Сергей Варфоломей. То есть в городе есть действительно квалифицированные люди, которые, у них есть дискуссия по поводу того, какая форма объединения собственников жилья лучше. Но тем не менее есть квалифицированные специалисты, и все желающие могут в принципе соответствующим образом получить там и образование, и методическую помощь. И мы в том числе подтягиваем всех вышеупомянутых активных граждан, в том числе в исполком городского совета, и предлагаем им разные формы сотрудничества, от трудоустройства до каких-то совместных программ. Нам все равно, к какой они политической силе относятся, главное, чтобы они помогали землякам и развивали эту тему. По поводу эффективности, ну знаете, за счет того, что у нас сегодня не очень много времени, мы же в прямом эфире, скажу так, проще просто поговорить с теми людьми, которые уже существует в СМД, да, уже которые в СМД вступили, и я вам скажу, вне зависимости от, в том числе, противодействия местных властей, для людей, которые в СМД уже ныне находятся, я не видел у них особого скепсиса. Есть и экономия, есть и эффективное управление. У нас очень широкие связи с людьми, которые возглавляют ОСМД. И на самом деле это люди очень активные, и которые, в принципе, считают, что это достаточно эффективный путь. Вы в начале программы сказали о том, что аудит проводите, да, воплощая свои предвыборные обещания. А кто проводит аудит? С аудитом ситуация какая? То есть мы можем разделить на две части. Первое, это то, что у нас как бы здесь внутренний аудит, мы создали аудиторскую группу из специалистов, привлеченных экспертов, и он, к сожалению, проходит с трудом. Вот, например, есть такое предприятие КП АТУ, которое занимается всем рынком наружной рекламы в городе, то есть эти бигборды, они уже всем надоели, они висят на каждом углу и перекрывают перекрестки, перспективу, ну, очень сложный вопрос. Ну, чтобы было понятно, например, руководство этого предприятия, оно просто забрало все документы и легло на больничную, то есть сейчас мы всем горисполкомом за директором АТУ гоняемся. Ну, рано или поздно он будет уволен, и, к сожалению, или к счастью, его перспективы весьма плачевны дальнейшие. Но если мы говорим, например, о других предприятиях, то, в принципе, у нас уже есть видение, аудит не закончен, но что меня очень сильно радует, за деньги международных грантов аудиторская компания PricewaterhouseCoopers проводила свой аудит и оценку инвестиционной привлекательности Днепропетровска, и в том числе изучала структуру исполкома городского совета. Так я вам скажу, наше изучение совпало где-то на 90% с теми заключениями, которые дала международная аудиторская компания, которая входит в рейтинг там, 4 компаний мирового уровня. А те деньги, которые сегодня закладывают на депутатские деньги, да, 2 миллиона, если я не ошибаюсь, вот вы рассчитываете на эти деньги? Это в помощь будет команде мэра тем вопросам, которые, возможно, не закрыли бюджетными статьями? Вы на них рассчитываете или вы вот отдаете их депутатам и прощаетесь с ними? Все-таки, ну, не со всеми депутатами есть согласие, да, в каком там русле двигаться. Разношерстный у нас очень состав. Доверяй, но проверяй, как говорил классик. Но депутаты, они всегда имели возможность получить подобного рода как бы вспомоществование, не в таком размере, как в этом бюджетном году. Но мы, естественно, будем
проверять и понимать, знаете, когда депутат приходит, говорит, дайте деньги, это не значит, пойди возьми в кассе и занимайся, и трать их на свое усмотрение. Мы, естественно, должны будем понимать, то ли это пойдет на ремонт детского садика, то ли на какое-то благоустройство на округе, поэтому депутаты пусть не испытывают иллюзии о том, что не могут эти деньги каким-то образом получить и потом расфукать, ну, спросим с каждого. И все-таки, когда бюджет у нас, ваши прогнозы, будет принят, будет ли он принят на следующей сессии? Это уже такая вот стопроцентная уверенность есть, да? И когда вот движение, ну, кроме 1/12? Сейчас по поводу бюджета идет сильная дискуссия, бюджетная комиссия заседает каждый день в присутствии общественников, прессы, бюджет обсуждается. Могут быть неожиданности? И я думаю, неожиданностей не будет, если уже, знаете, у определенного рода там части депутатского корпуса окончательно не возобладает безумие. Хотя есть коалиция, в ней 37 человек, и вы помните по прошлой сессии, все голосовали как часы, то есть совет коалиции, мы все вопросы согласовываем. У нас идет абсолютно нормальная конструктивная работа. Это не значит, что все ходят строем за мэром и говорят мэру спасибо, Борис Альбертович, за то, что вы как бы есть на белом свете. Мы постоянно между собой спорим, иногда ссоримся. То есть у нас есть разные мнения, но есть соответствующие механизмы, это коалиционный совет, погоджувальная рада, на который все равно мы доходим до какого-то консенсуса. Поэтому и всем остальным депутатам мы предлагаем присоединяться. Я вот сегодня уже с коллегами говорил, которые не входят в большинство, но тем не менее я уже в начале нашей встречи обозначал, то есть очень многие говорят, мы будем голосовать за бюджет, потому что мы понимаем, что за бюджет голосовать а надо, нужно, и б все равно он будет переголосовываться, все равно будет по ходу освоение денег, появляться какие-то другие вопросы, может где-то недоосвоили, где-то надо перераспределить, это нормальный живой процесс. Ну и коротко, у меня 30 секунд остается, доволен, недоволен результатами своей работы 100-дневной, вот какие-то неожиданности? Я доволен, но хотелось бы и мог бы я сделать в том числе значительно больше. А что помешало? Ну, определенного рода политики безответственные, которые все пытались мне насадить какие-то или непонятные кадровые назначения, или пытаться каким-то образом навязать свою волю. В городе есть мэр, его выбрали жители, и мэру отвечать перед жителями, а не перед безответственными политиками. Чье время уже в прошлом. Спасибо, но я думаю, мешать всегда будет кто-то. Это правда. Всегда найдется. Это моя работа. Спасибо, я думаю, что надеюсь, что будем видеться чаще в этой студии, поскольку вопросов действительно вот, очень много. Спасибо за участие. Ще раз дякую нашему гостю. Міський голова Борис Філатов був у нашій студії. І далі до інших тем.